преобразователь напряжения для того, чтобы из автомобильных 12 вольт получить 220 вольт. Тут суется прикуриватель, сюда засовывается вилка, устройство. Это или ноутбук, или другое устройство. Если аккумулятор у автомобиля севший или слабый, он вот загорается красным. Здесь вот зеленое загорится после его включения. Включатель, выключатель. И сразу начинает работать вентилятор. Вот. Красным загорится вот это вот, то, что загорелось сейчас зеленым. Если у автомобиля аккумулятор слабый. У меня на ноутбуке индикации нету. Вот это загорится желтеньким после включения напряжения. Включаем вилку сюда. Воткнули вилку. Вот он желтеньким загорелся. После полной зарядки аккумулятора у ноутбука желтенькое поменяется на зелененькое. Вот такая удобная штука. Эта модель на 300 ватт, она вполне хватает для питания ноутбуков и других устройств подобного типа.